Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, находясь в городе Ставрополе, принял участие в совещании с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, которое также прошло совместно с полномочным представителем президента Российской Федерации в СКФО Олегом Беловенцевым. Обсуждались вопросы противодействия идеологии международного терроризма и религиозного экстремизма, в том числе дополнительные меры, направленные на предотвращение распространения радикальных идей среди жителей Северного Кавказа, устранение предпосылок, ведущих к радикализму, молодежи, выявление миссионеров, распространяющих идеологию терроризма в образовательных учреждениях, в среде трудовых мигрантов, в учреждениях уголовно-исправительной системы. В настоящее время обстановка остается напряженной. Об этом свидетельствует большое количество преступлений террористической и экстремистской направленности, совершаемые на территории округа. Отмечается нарастание пропагандистской и вербовочной деятельности международных террористических и экстремистских организаций. Серьезную угрозу представляет активизация банд-подполья, финансируемая, как правило, из-за рубежа. Иностранными вербовщиками и их пособниками ведется идеологическая обработка населения, в первую очередь молодежи. Также был рассмотрен ход реализации стратегии государственной антинаркотической политики России до 2020 года в субъектах СКФО, где отмечается высокий уровень немедицинского потребления наркотиков и психоактивных веществ, в том числе несовершеннолетними. В целях совершенствования механизмов раннего выявления потребителей наркотиков признано необходимым повысить эффективность реализации региональных антинаркотических программ. Рекомендовано повысить уровень межведомственного взаимодействия при реализации государственной антинаркотической политики.